Домовой трец. Новинка в нашем интернет-магазине. Это уникальный домовой, которого вы можете посадить, поставить, положить в любое удобное для вас место. Что в нем удивительного? Во-первых, ручки и ножки, они гнутся. Вот так вот. Внутри вставлена проволока. Можно сделать, что он там вам машет рукой. Поднять ему ножку. Посадить, положить. Как вам нравится. Вот здесь вот он сидит на полежках, вот на таких. Можно его посадить на кресло. Это полностью ручная работа. Обратите внимание, как у него аккуратно сшита рубашечка, косоворотка. Одет он в руссконародный костюм. На ногах стилизованные лапти, такие вот. Причем еще замечательно то, что вы сами можете вставить ему в ручки то, что вы считаете нужным. Если вам, например, нужны деньги, ставите ему сюда купюру, положите. Если вы хотите, чтобы в доме был достаток и не было голода, обязательно добавьте ему ложку, чтобы он держал ложку. Это символ сытости издавна на Руси. Если вам нужен порядок, поместите сюда веничек. Можете сами сделать из веточек любых. Если же вам нужен жених, то тогда можете поместить ему на ручки маленькую куколку. Это также является символом младенчества и деторождения. В общем, вы сами можете подобрать необходимый вам символ и положить ему в ручки. Таким образом, ваше желание будет реализовываться.